Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity, продолжаем проходить эту игру. И сейчас, ребята, мы уже находимся на 11 части. Да, на 11. А в общем, тут 12 частей. То есть, смотрите, мы сейчас набухались в предыдущей части. Мы набухались, и сейчас мы куда-то бежим в бар, да, где мы что-то забыли, что ли, или... О, нифига себе, да куда ты опять лезешь, ну, чувак, ну, ты прям... Офигеть. Сейчас мы, ребята, бежим обратно в бар, куда нам там нужно. У нас ни лекарств нету, нифига, это не очень. Убийца. Бежим мы в бар. Похоже, тут драка была. Ну да слезь ты, ну. Так, сюда. 11-я часть, ребята. После этого 12-я и, походу, конец самой игры, можно и так сказать. Я не туда, что ли, опять бегу. Вот, сюда. Так, все, мы тут. О, боже, опять вы. Мало вы вчера натворили. Я только... Часы отца не видели? Я не видел. Спросите у тех, с кем вы вчера дрались. Кретин. О, ну пожалуйста, ну не надо вспоминать вот этого всего. Всего. С кем мы дрались и все такое. Эй, ты! Не надо, юноша. Здоровье, старик. А, сейчас еще с ними и драться. Одного убили. Дальше. Ну. Ну харе уже. И это что нас? А. Не говорите, что сейчас вот эта часть не то, чтобы убивать каких-то там тамплиеров, да, искать свои часы или что-то. Ну, в принципе, да, искать свои часы, нужно их найти, так как у него они сначала были. Сейчас мы сейчас будем искать того чувака, у которого... Ты? Ну, у которого часы. А, вот этот. Где главный? А, нет. Вот. Нет. А ну, вернись! Еще сейчас вот этого догонять. Ты чё, куда ты прыгнул? Ну перехвачивай ты уже, ну. Он так медленно бежал, а сейчас так рванул, что фиг его догонишь. Сейчас опять остановился. Где? Дворец! Они во дворце! Спасибо! Так, ну... Сейчас 11-я часть будет об этом, как нам часы возвращать. А 12-я часть, наверное, будет, не знаю, сколько воспоминаний, в 3 раза больше, чем в обычных частях. Потому что эта часть вся идет на то, как нас выгнали с ордена, как мы бухали и вот это все, да? Ну, понятно. Какой улов? Thank you.
Так, через это все пробираться. Все в мешки! Лучше, чем из фермера, не кикирами. Вы модернисты! Заслуживаете только ножа в брюхо! Ух, вот вы... Неплохо бегаешь для недомерка. Всю жизнь убегаешь, а? Ну, бей ты уже его. Ой, не то. Чё за бред? Не убежишь. Улицы наши. Только не верю, что сейчас еще нас убьют. Потому что... Вот так. Убьют, 100% убьют. Смотрите, у нас не лечилок, у нас нифига. Твой грязный умеренный язык. Не, ребята, тут уже нету смысла, нас уже 100% убьют. Твою мать. Так, ребята, ну что, потопали дальше, куда нам сейчас тут? Не приснилось. Чувак, ты будешь сюда идти или нет, чтобы тебя уже убить? Сволочь, ты против свободы. А почему ты не хочешь использовать клинок? Окружай, мерзавца. Еще раз. Убейте уже хотя бы вот этого. Нет, не стреляй, не стреляй. Отлично. Ты покойник. Вот этот самый такой большой, да? Ух, офигеть, сколько вас тут, ребята, сдуреть можно. Так, этого убили, побежали дальше. Будет ли тут еще кто-то? Будет. Я уже слышу, там кто-то есть. Ну, смотрите, мы тут... ну, ладно. Мы только что прошли только половину дома, да? Плющи чувака, ну да ладно. Нет, вы гляньте, даже горшки из золота. Так. Как нам его найти, если у нас вот это зрение не работает? Кажется, этот переполох из-за тебя. Ну что сказать? Твое пагубное влияние. Ну да, подставь твой... Ну хотя бы... Только не говори, что мы сейчас опять умрем, и нам нужно будет вот эту миссию всю заново проходить. Пожалуйста. Потому что я уже, если честно, немного... Нарфу хотя бы убили. У нас и лечилок нету, нифига нету. Дайте нам, пожалуйста, лечилочку. О! Еще бы одну, и было бы вообще классно. Чур мне серебро! Упс. Перебили. Отлично. Ух, ну, зато там еще куча вот этих солдат, которых убить нужно. Так, ща, ребят. Если честно, мне уже потихоньку надоедает этот Assassin's Creed, потому что он долгий и капут. Куда? Но это уже хотя бы 11-я часть, если честно, уже хотя бы то нормально. Ну, я не знаю, ну, да, Assassin's Creed, но все же, когда вот так...
Они уже забаламутают только из-за того, чтобы что-то продолжить, да, то есть искать сейчас того, кто часы там украл и все такое. Немного не очень. То есть могли бы уже просто вот финал, да и все. Можно мне с тобой, отец? Мужайся, сын. Так, сейчас. Я вернусь, когда эта стрелка укажет на это. Мои часы. Тут, лучше бы я этого не делал. Я его разнесу. Всем вашим головам место на пике. Цель моей жизни выпустить пушки всем предателям. И что мне сейчас делать? Вот этих всех убивать? Время для хорошего бума. Ух, ребят, я не знаю, смогу ли я их всех убить. Я его разнесу. Не попадитесь на улов. Вы, модерантисты, заслуживаете только ножа в брюхо. Граната! Ну, ребят, я не могу ничего говорить, потому что это, в принципе, игра такая, что говорить не очень так много. Плюс к тому, нужно сосредоточиться, чтобы не умереть. Получайте, подлецы! Он выдыхает. Дави! Граната! Сдохнем! Еще двое остались. Отлично, еще один. Я отолью на твою могилу. Фиг ты. Последний остался, еще сейчас и убьешь. Всем вашим головам. На тебе, зараза, наглая. Так. Че сейчас? Обыскать вот это. Ну, ладно, давайте. А. Ну так, ща. Только не говорите, что у него нету часов. Пожалуйста. Мы это все бухими проходили, чтобы у него часов не было. Арно. А. Ну и видок. Она. Она забрала. Тебе что-то от меня нужно? Сперва ты исчезаешь, потом спрашиваешь? Мне же ясно дали понять, что мои услуги не нужны. Эй, не смей так со мной говорить. И что мне надо сказать? Прости. Что не дал погибнуть? Прости, что ты для меня важнее, чем месть Джермену? Разве у нас не одна цель? Моя цель — это ты. Мне невыносимо горько от того, что из-за меня погиб твой отец. Я делал все, чтобы исправить свою ошибку. И чтобы не дать ей повториться. Впрочем, ты пришла не просто так. В чем дело? В Париже бушует хаос. Жермен превратил революцию в полное безумие. Гильотины работают и днем, и ночью. И что я должен с ними сделать? Мой Арно не задавал бы таких вопросов.
Ты выше этого. Я еду в Париж. Ты со мной? Только закончу одно дело. Ладно. Нет, пожалуйста, едь в Париж сразу же. Не нужно заканчивать. Береги себя. Не рискуй. Это все было одно воспоминание. Нам сейчас еще в 11 части там воспоминания какие-то делать. Езжайте уже в Париж, убей того и все, и давай. Потому что меня уже запарило, если честно, немного. Assassin's Creed Assassin's Creed, но... Он долгий, просто очень долгий. Ух ты, уже в костюмчике? Нифига себе. Еще сейчас кого-то убить нужно. Кто это? Я приблизительно знаю, кто это. Он ли или нет? Вот, опять мы из-за тебя влипли. А ну молчать. Да. Вот. О, да, вот это. Пришла Франция. Паразиты обескровили революцию. Ну, понятно, 35 стражников. Мы даже никуда спрыгнуть не можем. Давайте, пожалуйста, побыстрее. Как можно быстрее. Ну, убьем уже его и все. И не возвращаться к этому. Вашим соратникам нужно что-то есть. Свою? Ладно, убивайте, нету смысла. Ну что, еще раз пробуем. Хотя вряд ли мы. Да твою ж, ты чё прикалываешься, ребята? Отлично. Еще бы вот этого убить, который там наверху. И самых таких снайперов мы поубиваем. Да твою ж... Убили? Офигеть, и как мне вот этих всех убить? Да как мне тут... И все, у меня больше ничего... Бесконечно пополняю. Да твою ж мать, ну как меня уже вот эта хрень запарила, честное слово, когда они меня палят и палят и палят. Ух, хотя бы как-то вот так, главное еще сейчас убежать нужно будет. Уволен? Но за что? Мсье Латуш, ваш донос изобиловал ошибками. Мсье, я трижды проверил все цифры. Ошибки нет. Из казны его величества пропало 10 тысяч ливров. Мне жаль, Латуш. Удачи. Месье Латуш, вы занимаетесь налогами? Да, месье. Мне нужен такой человек. Паразитизм чистой воды. А это что? Это когда жадные подонки гребут все под себя. Знаю вы хоть часть того, что знает наш главный. Так-так, и кто же для тебя главный? Отлично. Да направит вас отец понимание. Да направит вас отец понимание. А какова ваша воля, магистр?
Вы поступаете в распоряжение нашего агента в конвенте. Для Пелетье? Нет, для Пелетье полезен, но он не единственный. Месье Латуш, знакомьтесь, Максимилиан де Робеспьер. Месье, я вижу, Версаль заполонили паразиты. Ну дайте мне убежать и идите вы нафиг. Идите в жопень, пожалуйста. Эти французы, эти месье, эти стрелки. Ну да, еще попади сюда через 30 стен, вообще будет офигенно. Все, идите нафиг, пожалуйста. Отстаньте, дайте мне закончить 11 главу, мне уже надоело. Я, честно, ну первый ассасин, который мне вот уже, можно сказать, немного надоел. Они снова за нас взялись. Наконец-то, 11 час закончился. Работаю над этим. Мы уже близко. Конфликт Арно и Жермена будет длиться несколько месяцев. Но мы не знаем, где и чем он закончился. Тебе предстоит это выяснить. Готово. Портал открыт. Еще один портал. Так иди там со своими порталами. Если повезет, это твой последний переезд. А если нет, получишь гипокомпальный шок и будешь жить на внутривенном питании до конца своих дней. О, сейчас, слушай, ну слезь ты, ну чувак, ну ты дотошный такой, что это сбереть можно. О, это от этого нужно убегать. Недотошный, просто, я не знаю, он так залазит, или управление такое, или фиг его знает. Залазит туда, куда не нужно. А сейчас не залазит. Сейчас еле думает, куда бы пойти. Наконец. Прыгнули. Да, 11-я часть закончилась. Это... Ну ладно, да, это место понятно. Может показаться тебе знакомым. Париж, конец 14 века. 1394 год? Ты находишься за городской стеной. Найди проход внутрь. То нас 1900-й перекидывают, то сейчас 1030-й... 1300-й... Заканчивайся уже часть эта. Это 11-я часть закончилась, но... Ну? Пройдите через катакомбы, ну... Мы проходим. Только куда нам идти, я не представляю. Сюда. Ну, прыгай. Я вообще туда пришел, нет? Чувак. Куда мне бежать? А, вот, сюда. Ага, понял. Сейчас сюда. Бежим, 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 бежим. Так, сюда. Да не сюда, залазь ты. Побежали, побежали, побежали. Вот это офигенно. Так. Сейчас сюда направо, я так думаю. Дайте мне убежать, не падайте камушки. Покиньте, мы покидаем, только давайте быстренько. Вот тут где-то выход, да? И сейчас куда? Туда залазить. Дальше. Дальше. И еще сюда. И давайте портал. Не нужно дальше бежать. Пожалуйста, дайте мне где-то портальчик такой. Небольшой портальчик. И пофиг, и все. И больше не нужно ничего. Только... Ну, пожалуйста, ну.
Ну почему тут нельзя было портал поставить? Ну почему нужно именно туда? Уже почти. И как я тогда должен увидеть, что там падает что-то, смотреть на небо и бежать? Я и так смотрю, как могу. Иди на голос. К выходу, быстрей! Я и так туда бегу, не буля. Подожди, ты чё такая торопливая? Наконец. Да, продолжить. Почти все. Скоро будешь дома. 1794 год. Эх. Пожалуйста, давайте 12-ю часть, в которой будет сейчас пару воспоминаний. Сейчас многое изменилось. Надо менять это обратно. И к Жермену мы не приблизились. У меня есть зацепка. Одно имя. Кто? Робеспьер. А закончилась ли вот эта вообще часть, нет? Потому что даже не показал. А ну дайте-ка мне что-то посмотреть, ребят. Какая там датчик прогресса? Часть пятая. Так, сейчас. Сейчас, секундочку, ребята, мне просто... Бить и братство, нет, не это. И сейчас, нет, не вот это. Девятое, голодные времена. Париж схвачен голодом. И Жермен узнать, кто несет ответственность, и остановите его. Так, понятно. Давайте, ребята, дальше. Бежим сюда. И сюда. Так, между... Запутай его! Да... Вы чё, прикалываетесь на... Я иду! Бежим опять! Так, вот туда... Пожалуйста, 12-е! 12-е! Ух, наконец! Так, наконец-то! Ребят, я извиняюсь, если скучно немного, потому что мне уже нереально... Ну, не то, что нереально скучно, просто игра очень затянута вот этого всего, ее проходить часов 15, и вот это действительно. То, что я обрезаю вот это видео, если я нажимаю на паузу, это как бы намного сокращает видео. Если вот это все не делает, это действительно очень долго получится. Поэтому уже немного. Я ее, можно сказать, прошел за 2 дня или сколько. Сегодня праздник Верховного целыми существа. Днями, можно сказать, играть. Ну, целыми нет, но... И не 2 дня, я ошибаюсь, но, в принципе, сам так. Приблизительно где-то. Слышится что-то знакомое. Учение тамплиеров. Вольное толкование. Пожалуй, здесь нам к нему не подобраться. Лучше отступить и подождать другой возможности. Да вашу... Да? Ну и какой же? Да, и у нас лекарств нет. Офигеть. И нам туда нужно пробраться. Что дальше? Робеспьер неуязвим. При нем половина гвардии. Мы на 10 шагов не подойдем. А я говорил. Но его популярность все меньше. Культ верховного существа, очистки. Если опозорим его, ему конец. И лучше всего будет сделать это на публике. Именно. Изобразим его опасным безумцем, и его власть мгновенно растает. Но нам нужны доказательства. Я знаю, с чего нам начать. Идешь? Увидимся. У меня есть еще пара дел.
Так, что дальше? Идите на Марсовое поле, да? Смотрите, вы... Я понимаю, но... Идите вы. Вы такие, да... Ну как вы успеваете замечать вот это все? Сейчас на меня вот эта вся стая набежит, и мне, короче, попа. В смысле, что они меня 100% убьют. Их это самые сильные такие. Они еще стреляют. Ладно, типа, жопень, тварюки. Полицейские или кто это? Так, ну что, давайте идем, куда нам там нужно. Этого убили, отлично. Сейчас, я не знаю, вот стоит ли... Так, сейчас дайте-ка мне, куда нам лучше все-таки пойти, чтобы нас не увидели. Вот этих двух лучше вообще не трогать. Поглядим. Так, доказать. Вообще лучше никого не убивать, а просто зайти, посмотреть, да и выйти отсюда. Месье, поскольку вы спас... Так, не будем это читать. Житель республики. Дальше. Так тирана не свергнешь. Мелковато. Не будем читать. Нет, нет, нет. Не совсем то, что нужно. Похоже, дневник. Ровно в 5 часов утра во всем Париже. Так, так, ладно, понятно. То? Не совсем то, что да, надо. Чё тебе письмо? Месье Робеспьер. Вот это то, что нужно. Я уверен. Нет? Так тирана не свергнешь. Твою мать. Вот это 100%. При тебе больше ничего не осталось, поэтому... Мерлен, Талиен, Бурдон, депутаты национального конвента. Списки политиков, составленные рукой человека, который любит посылать своих соперников на гильотину. Да, то, что мне нужно. Ну, хоть что-то тебе подошло. Сейчас что, выбраться отсюда, нет? Идите в жопу, мне пофиг, я просто убегаю. Да-да-да-да-да-да, нет! Пожалуйста, дайте мне убежать спокойно, без вот этих приколов. Как я буду... Они такие, да, они еще стреляют, зараза. Стреляют через 300 человек, которые стоят и... Охренеть. Никак не отстанут, им пофиг, они бегут, 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 бегут. Смотрите, сзади тот чувак никак просто отстать не может. Он уже час бежит, но ему пофиг. Все. Ни аптечек, ни бомб, ни стрел, ни пуль. В конце вообще игры вообще ни хрена нет. Упс, нет, лучше вот такие места не заходить, чтобы нас не трогали. Смотри, сколько у нас жизни, ребята, классно. Ну? Есть список. Депутаты конвента, их там полсотни. Писал Робеспьер. Все это его противники. Не сомневаюсь, эти добрые люди будут удивлены, увидев список. Но сперва...
месье Робеспьера свои запасы. Отвлеки стражу. Есть мысль. Стражу отвлечь. Понял. Как мне ее отвлечь? Может, вы мне не хотите... Ну, чуть-чуть хотя бы дать жизни. Как мне вообще... Что мне делать сейчас? Не могут больше оторвать... Так. Вооруженные, с кинжалами фанатизма, приятного призма. Они не могут больше оторвать мир. Дайте лечилочку, не будьте слабами, а тварюги. Вот ты прям охрененно меня заметил. На тебе с сильными ударами. Сейчас на меня там тысяча стражей будет обижать. Ну, понятно. Свалить как-то удастся, нет? Народ, не страшись больше их кощунственных заговоров. Да что происходит? У месье Робеспьера свои запасы. Отвлеки стражу. Да твою ж. Есть мысли. Стражу отвлечь. Понял. Что это было? Почему ты сюда вернулась? Больше оторвать мир. Народ не страшен. Оглушите ближайших стражников. Они не могут больше. Так, народ, не страшись больше их кощунственных заговоров. Так, там еще вот один остался. Наши преступные враги больше всего хотели бы изгнать из республики. На тебе. Зараза. Ну сколько там еще вот этих? Стражников ваших. Еще один. Может хватит. Наши преступные враги больше всего хотели бы изгнать. Вы что, прикалываете? Не дойдите до меня. Сюда никому. Никто мне помочь не хочет. Элиза, ты там стоишь и смотришь. Иди в жопу, страшник, ты конченый. Вот твои, какие же... Ну что, зараза, иди сюда, ты меня уже задолбал, если честно. Ну, что дальше? Я всех переубивал, что ты хочешь? А такими темпами тебя не знаю сколько можно. Сочувствующим к несчастным, безжалостным злым. Будем великодушны к добрым, сочувствующим. Твою мать, ты мудачина стражная, иди ты в жопу, ты меня уже достал. Ребята, как вы, пройдите эту игру, почувствуйте это, почувствуйте твою, почувствуй клинок мой. На, зараза, еще раз 38 раз. Ты что, мудак, да? Ну убивай, убивай. Ну что, удастся вот этих двоих убить, нет? Наши преступные враги больше всего хотели бы изгнать из республики. Ну, все, нет, заразы вы, стражные. Я уже запарился, честное слово. Наконец-то! Наконец-то. Это спорынья. Она вызывает видение. Словно сводит с ума. Но надо, чтобы он выглядел опасным. Список имен. Попадет в нужные руки. Случайно. Если нас заметят, то Жермен снова уйдет. Это оставь мне. Короче, ребята, на этом давайте уже закончим эту серию. Она уже долгая, ребята. Уже действительно хочу закончить прохождение этой игры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Всем пока.